Фордовский «Бронко» сегодня считается, пожалуй, самым желанным трофеем автомобильной Америки. За ним охотятся больше 200 тысяч человек. Секрет немыслимого успеха в дерзком образе бескомпромиссного внедорожника. Однако действительно бескомпромиссная версия вышла только сейчас. Это исполнение «Бронко», разработанное спортивным подразделением Ford Performance. Такая машина готова покорять степи, пески и другое серьезное бездорожье. За основу фордовцы взяли внедорожник в версии Wild Track с пакетом Sasquatch, то бишь «Снежный человек». Ему изначально полагаются стальные бамперы, 35-дюймовые колеса, длинноходные амортизаторы и блокировки межколесных дифференциалов. Но Raptor — это вдобавок другие крепления стоек, рычаги подвески и поворотные кулаки, а сзади совершенно иной мост. По кругу установлены управляемые амортизаторы Fox, притом задние с внешними резервуарами. В итоге ходы подвесок спереди и сзади выросли до 33 и 36 сантиметров соответственно. Дорожный просвет составил 33 сантиметра, так как вдобавок Бронко разжился огромными колесами внешним диаметром 37 дюймов. Под капотом прописался 3-литровый битурбомотор V6, что выдает более 400 сил, но точное значение будет опубликовано позже. 10-ступенчатый автомат остался стандартным, но муфту, редукторы, полуоси и карданы пришлось усиливать. И без того дерзкий образ дополнили оригинальная решетка радиатора, огромные расширители арок и дополнительная защита днища. Сам кузов усилен, а в крышке капота и передних крыльях появились дополнительные воздухозаборники. Оригинальный Raptor будет стоить от 70 тысяч долларов, а за 80 можно взять машину, подготовленную именитым ателье Hennessy Performance. Правда, у Форда от Hennessy не будет ни усиленной трансмиссии, ни доработанной подвески. Зато есть толково форсированный движок отдачей свыше 400 сил. С ним разгон до 60, но не километров, а миль, занимает меньше 5 секунд, что безусловно вызывает уважение. Кроме того, к тюнингованному внедорожнику прилажены фирменный обвес, выдвижные подножки, а на кузов наклеены стильные декали. Салон перешит дорогими сортами натуральной кожи. Дабы подчеркнуть эксклюзивность проекта, в ателье Hennessy решили ограничить будущий тираж доработанных внедорожников. Скажем, в этом году американцам выдадут всего 200 автомобилей.